Максимально задействовать потенциал страны и работать на благо государства. Александр Лукашенко обещает дальнейшую поддержку развитию IT-сферы в стране. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая минские компании, работающие в сфере высоких технологий. Президенту доложили о работе IT-компаний и их перспективных разработках. Александр Лукашенко заверил, что со стороны государства и впредь будет оказываться необходимое содействие, в том числе и в части принятия необходимых нормативных правовых актов. Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что одним из основных требований является прозрачность и законность процессов с точки зрения ведения бизнеса и вопросов налогообложения. Минск входит в топ-3 городов для путешествий россиян с детьми на весенние школьные каникулы. Для семейного отдыха россияне также выбирают Прагу и Таллин. В столице Беларуси туристы планируют потратить на семейный отдых в среднем 4000 российских рублей в сутки, включая проживание в отеле, обед и посещение музеев. Туристы отмечают, что Беларусь привлекает их в первую очередь гостеприимством и качеством услуг. Эксклюзивные свадебные торты и десерты в формате 3D. Республиканский турнир по кондитерскому искусству впервые прошел в столице. За путевку на Кубок мира сражались десятки кулинаров из разных городов. В своих работах мастера воплощали фантастические сюжеты и сказочных героев. Лучших определили в 11 номинациях. Экспертное жюри из кондитеров международного уровня оценивало идею композиции и ее воплощение.